населенных пунктов бывшего Ленинского района, то в этом году бригадами Ленинской районной больницы организовано 160 выездов, осмотрено 2581 человек и выявлено 1763 патологии. Все пациенты, у которых выявили патологию или заподозрены, направлены на обследование в специализированные учреждения здравоохранения, и если кто-то нуждается в оказании специализированной медицинской помощи, соответственно, для лечения. Также я хочу отметить на то, что в населенные пункты бывшего Ленинского района выезжают специалисты областных клинических учреждений, это и Тульская областная клиническая больница. 25 выездов осуществила Алексинская районная больница для осмотра детского населения и проведения диспансеризации несовершеннолетних. И также в Ленинский район выезжала Тульская областная детская клиническая больница с осмотрами детского населения для проведения детей-сирот и для проведения несовершеннолетних.